Всем здравствуйте! Попал нам в руки аппарат Lenovo A2010. В принципе, стандартной проблемой у нас подтверждение Google аккаунта. Итак, Google аккаунта, естественно, мы не знаем. Сейчас я покажу, как элементарно он сбрасывается. Вызываем клавиатуру, нажимаем на собаку, шестеренка. Настройки клавиатуры Google. Далее. Контекстное меню, справка отзыв. Выделяем любой текст, нажимаем поиск. Ну, допустим, только сейчас. Так. Здесь мы стираем то, что мы выделяли, и по-русски пишем настройки. Тем самым попадаем в настройки телефона. Мотаем в самый низ в телефоне. Номер сборки. По ней тапаем много-много раз. Тем самым мы открыли меню для разработчиков. Заходим в это меню для разработчиков. И ищем заводская разблокировка. Разрешить разблокировку загрузчика операционной системы. Включаем данную функцию. Идем назад. Восстановление и сброс. Сброс настроек. Сбросить настройки телефона. Стереть все. Собственно говоря, все. Телефон перезагрузится и будет отлично работать. Всем до свидания.